Так, приветствуем вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас сегодня очередная посылочка с сайта, с аукциона Виолити. Приобрел я себе, как вы знаете, у меня уже есть первое видео, часики ZIM для проверки, как можно ли что-то заработать на сайте eBay на продаже данных девайсиков. Девайсики у нас СССРовских времен. Вот. Хочу попробовать подать на eBay. Так, ну сейчас мы быстренько посмотрим. Первый наш заказал две пары часиков. Вот, проверим. Так, вот, все хорошо, отлично запаковано. Здесь у нас часы. Ох ты. Часы вот Восток. Должно быть на ходу. Надо их, конечно, чуть почистить. Нифига они не на ходу. Ключ, конечно, заводится. Но они не на ходу. Стоимость их там не сильно дорогая. Купил их за 20 гривен. Вот. Обидненько, что они не на ходу. Самолет красивый. Вот сейчас попробую, ходят ли на стрелки. Стрелки ходят, правда, так как. Ну, попробуем занести в ремонт ради интереса. Вот. Что же нам покажет ремонт? Интересно, открутится, нет? Нет, этим делом не откручу. Одна специальная отверточка. У меня под рукой нету. Так видео затянется. Вот такие вот с нас часики красивые. О, пошли, кстати. А, их надо было защелкнуть. Да, они пошли. Я думаю, что они должны быть на ходу. Я не заказывал ни рабочие часики. Вот. Ну и их цена, же говорю, заказал их за 20 гривен. Конечно, такие часики пошарпанные. Вот. С перблатиком, самолетиком, Восток. Вот. Водонепроницаемые. Написано. Номер, конечно, не набит. Вот. Это СССРовские. Вот. Не знаю, буду их выставлять так или не так. Так, сейчас возьму свой телефончик. Все дело уберем. И часики тоже. Здесь в этом видео сегодня у нас будут 2 часов. Сейчас сфоткаем. Вот данные часики. И посмотрим, что же у нас eBay выдаст. eBay выдаст по данным часам. Ну, выдает как обычно. Все подряд. Часы Восток. Часы Восток. Это какие-то китайские. Руси он ваш. Эти у нас нет, нигде Made in USSR нету. Ну, это не российские. Вот. Ну, если взять, что он современный, Восток современный. Вот, а, вот похожий, что-то такое, $80. Вот, вот, $50. Вот, так что я думаю, что часики эти потянут. Вот. Если их, конечно, поменять стеклышко. Даже кто-то, вижу, побитый продает. Если поменять стеклышко, вот даже такие, а у меня еще есть циферблатиком, 22, Восток, 50 лет победы, по-моему, да? Вот такие вот с гонщиком, $144. Вот, кстати, что-то такое вот похожее. Вот, можно, кстати, взять, будет и красочкой подкрасить, почистить, и вот, видите, с этим вот стоит... Вот, стоит у нас $144. То есть я думаю, что эти часики можно так будет попробовать, если они восстановятся. Вот. Потому что у меня более они такие. Видите, вот это такая современная. Вот за этот. У меня более с таким самолетиком. Так что. Вот так. Такие вот, ну думаю, что вот так вот часики можно будет попробовать, ну как минимум за $50.
Я думаю, можно будет поставить на продажу. Видите, это более современный. У меня тут здесь стрелки под более старого образца. Вот такого вот, $50. Вот. Восток. Так что, я думаю, что будет неплохо. Интересные часики. Так, сейчас посмотрим наши вторые часики. Тоже у нас здесь. Часики тоже должны быть на ходу. Показывали их все на ходу. Вот. Когда их продам на eBay, я думаю, выставлю видео. Вот. Но не буду обещать, не знаю. Может, выставлю, за сколько их выставил, за сколько их продал. Это у нас часики с браслетиком. Вот. Часики Победа. Вот. С оригинальным браслетом. Здесь уже другой браслет не подберешь. Вот, надо их, конечно, его будет, конечно, хорошо так почистить. Часики вот такой вот имеет вид. Ради интереса можно будет попробовать. Должны идти, да, часики идут. Я все часики заказывал. Они все на ходу. Вот. Смысла я не вижу, чтобы заказывать нерабочие часики. Но я брал, чисто говоря, под... Вот, вот продажу. То есть хочу попробовать их продать дороже на eBay. Как говорится, что-то на них заработать. Продаются они у нас, конечно, очень дешевенькие. Сейчас попробуем. К этим часам единственный минус у этих часов, я вам скажу, сюда очень тяжело найти стекло. Так, сейчас заберем все вот эту вот ерунду. Под них очень тяжело найти стекло. Так, Победа у нас 99, это квадратные. Так, мне нужны прямоугольные. Вот. Фильтр. Так. Не знаю, как тут есть сортировать что-то сам. А, вот состояние товара. А, нет, не то. Не знаю. Вот. Не буду я, короче, ладненько смотреть там, гляну их на ноутбуке. Ну вот так вот цены. О, это вообще за что-то Rolex, это Rolex. Ну, так, ну таких часиков что-то я не нашел. Не нашел я их. Сейчас мы по поиску пробьем. Блин, у нас на видео заканчивается. Вот. Это. Беда Watch. Это у нас более современный по $67. Вот такие я не нашел. Не нашел, не нашел. Ищем. Вот есть. Это у нас Победа такая. У нас сейчас Азим. Таким вот браслетом. Такие вот прикольные за $2. И какие-то, наверное, реплика. Так. Что-то я не нашел по данным часам ничего. Вот что-то похожее за $11. Вот. Вот за $11. Ну, не сильно дорого. Попробую их за $20 с браслетиком почищу.
попробую повернуть стеклышко, почищу браслетик, все почищу. И вот видите, такие как у меня были по-прежнему, только это победа у меня зим. Да, не видно, не видно, не попадаются такие часики, так что я думаю, вот есть победа. $13 не сильно, они дорогие, но у меня не такие, у меня, наверное, более старый этот приблат, у меня такой вот. Также такая вот у нас с мешками $40. Вот у меня полный комплект, так что я думаю, вот похоже, Superblad $24, победа за 17, у меня более с родным, ну такие вот по 13, но у меня с родным ремешком, который почистится, будет красивенький, будет очень-очень красивенький, все будет няшно, я думаю. Так, ну что ж, на этом мы будем заканчивать наше видео. Не судите строго, если что, какие-то минусы. Вот. Ну, как-то вот так вот я снял это видео, как-то так вот вам показал. Думаю, потом покажу, как же я их продал, если их продался. Вот, если не продам, оставлю себе прикольные часики для коллекции. Много кто коллекционирует, есть с номером. Вот. Что у нас здесь по брелку? Что у меня здесь? Да, кстати, легко так, но отщипывается, кстати, родной зимовский. Вот зим. Родной брел этот. Все родное. Все родное у кого-то лежало. Часик идет, все нормально. И эти часики тоже у нас идут. Вот. Ну и передние часики. Вот тут у меня лежат. Идут, когда же я их буду выставлять. Тоже идут. Ну, все вот эти часы идут на eBay. Надеюсь, найдут в скором будущем за его. И все будет чики-пуки. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем YouTube-канале. Всем пока.